Дорогие друзья, всех приветствую на канале Boston Technic. Продажа у нас культиватор у Техмаш КПМ-12 2017 года выпуска. В идеальном состоянии, как видно по видео, по фото, посмотрите. Все целое, все в родном окрасе. Показываю изначально раму. Рама без сварных швов, без какой-то рванины, без сварки. Рама идеально целая. Гидравлика, шланги, цилиндры. Все целое, все рабочее абсолютно. Культиватор стоит на консервации. Полностью рабочий. Ширина захвата у него 12 метров. Как видно, лапы все на месте, все целые, каточки, все есть. Раму я показывал, ну он как новый. По каменистой почве не работал, поэтому все в нем отлично. Бит сзади тоже, цилиндры, шланги, все на месте, рабочие. Рабочие органы все на месте. Рассказывать тут по нем особо нечего, он как новый. Даже колеса накачанные. И обмазанные от того, чтобы не лопались. Сейчас вам вид дальнего, с дальнего покажу угла. Вот такой вот он культиватор. 12 метров захват. Вот Техмаш. Все в рабочем состоянии полностью. Цепляй и культивируй. Делать не нужно ничего от слова совсем. Полностью готов к работе. Всем, кому интересна данная техника, пишите, звоните, приезжайте, все подробно вам покажем, расскажем. Тут, в принципе, рассказывать-то по нем нечего. Как видно по видео, новый. Ну, не новый, конечно, но состояние нового. Всем удачи, всех благ.